55 лет с мелодией в сердце и песней по жизни идет педагогический коллектив Одинцовской детской музыкальной школы. Круглую дату образовательное учреждение отметило праздничным концертом в актовом зале. В числе почетных гостей – представители администрации и окружные депутаты-единороссы. Со сцены в этот вечер звучали самые теплые пожелания. Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений. Добра вам и любви! С уважением, глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Сегодня в школе обучаются более 700 учеников по специальностям – фортепиано, скрипка, флейта, домра, балалайка, баян и другим. Ивану Алексееву сейчас 10 лет, 5 из которых он занимается вокалом и игре на гитаре. В музыкальное учреждение мальчик пришел по примеру старшего брата. Я сидел дома, и мой брат захотел в музыкальной школе учиться. Очень сильно хотел. И я подходил к маме и говорил ей: «Можно я пойду тоже в музыкальную школу?» Мама отреагировала все положительно, обрадовалась за меня. Многие выпускники навсегда связывают свою жизнь с творчеством и продолжают обучение в профильных институтах. Артемий Ворон Одинцовскую музыкальную школу окончил с двумя красными дипломами по классам фортепиано и вокала. Теперь юноша-студент третьего курса Российской академии имени Гнесиных. Своих педагогов певец вспоминает с теплотой и любовью. Потрясающие здесь учителя. Некоторых уже, к сожалению, уже нет с нами, но я их глубоко помню. Мне дали целеустремление и не боязнь сцены. Это главное, я считаю, в моей профессии. Я все-таки артист, обожаю выступать на сцене и радовать людей. Особая гордость музыкальной школы – хоры мальчиков «Веселый ветер» и «Добрые молодцы», первые и единственные в муниципалитете. Юные певцы с неизменным успехом участвуют в творческих соревнованиях различного уровня и выступают на концертах школы и города. А в прошлом году им было присвоено почетное звание «Образцовый коллектив». Любимых педагогов ребята поздравили песни Александра Ширвинта и Михаила Державина, дуэт Фомы и Филиппа. Бессменный руководитель и основатель хоров мальчиков Светлана Виноградова в музыкальной школе работает уже 30 лет. Педагог вспоминает, что в первом составе детского певческого коллектива было всего 12 ребят. И вот с каждым годом, благодаря вместе совместной работе с администрацией, с концертмейстерами, мы стали расширяться, развиваться. И сейчас у нас два больших хора мальчиков. Хор «Добрые молодцы», где 70 человек, и концертный конкурсный хор «Веселый ветер», где более 100 человек. В перерывах между выступлениями проходила церемония награждения педагогов почетными грамотами и благодарственными письмами от главы муниципалитета Андрея Иванова, а также Московской областной думы, окружного совета депутатов и Министерства культуры Подмосковья. Полина Толмачева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».